да? Да. Это приехали, подарок нам дали. Щука и, видимо, лещ. Нет, это сазан. Сазан. Это... Может, сазан. Так, ну как дальше-то, как нести-то его? Хорошо. Ну пошли о, дальше. О, давай вот сюда положим. Их надо прочистить. О, нави. Давай. Нави. Так, обязательно упадем. Все, все, идем. Пойдем. Володя, в прошлый раз работал там, всем в баню сходить. Желательно. Три брата отказались, они сейчас пошли купаться. Ну и ладно. Смотри, рыбу-то видел, нет? Видел, видел. Вот она, гляди. Я умею чистить. Не закрывай подолом-то. Во. Гляди. Ну я пришел сказать, что у бани ушли. А что, вы порезали? Пошел сейчас Николай, там можно вдвоем мыть или по одному. Порезал, что ли? Нет, это от рыбы. Вода, полтора тазика на человека. Помыться, ополоснуться и попариться. Веника-то нет, там веники, кажется, есть, висят. Хорошо. Виходки. Ну все. Давайте. Мы сейчас собирались, ребята, надо сегодня костер сделать. А потом, может, завтра сходить по травы. По травы я тоже пойду. Разное. Тут богатые, но нынче совсем пижмы нету, и никто не знает, куда делась она. И календула была, и ни одной роска нету. Ну все. Николай, берете? А, потом. А, вы...